Считается, что в Скайриме существует только 4 орчих крепости. И вроде бы это так, но есть один бандитский лагерь, в котором обитают только орки. Да и выглядит как крепость. Но все-таки, если к нему подойти, то местные офники сразу попытаются вам накостылять. Чего обычные уруки не делают. А местный главарь хранит часть бритвы Мирунеса, так что найти это место не то чтобы сложно.